соединительная дорога между сельскими поселениями Алешково и Степичево. Является муниципальной дорогой. Протяженность данной дороги 68 км. Представляла из себя бетонное покрытие, разъезженные обочины. То есть раньше здесь хаотичное движение присутствовало на данном участке дороги. Но в связи с тем, что здесь все-таки проходит участок дороги, по которой ходит школьный автобус, данная дорога сейчас приведена в нормативное состояние. Планировался на 23-й год. Мы смогли его перенести совместно с Минторгхозом на 20-й год. Средства, заложенные на данную дорогу, это 10 миллионов, которые реализованы в полном объеме. То есть дорога теперь выполнена качественными материалами. Здесь устройство проведено. Асфальтобетонное покрытие ЩИМА 20 на бобовое, то есть это новые технологии, которые позволят данной дороге посуществовать даже не 5, а более лет. Лабораторные исследования проведены, то есть водонасыщение, уплотнение и толщина соответствует проектам.